следующий этап строительства фундамента под жилой дом. Установлен первый ряд ФБС блоков. Ждем бетон для заливки основания колонн. Заливка будет производиться маркой бетона М350, такой же, как и на монолитной подушке. Гильзы заложены в монолитных участках для выхода канализации. Вот. Для ускорения процесса используем технику для удаления стройматериалов с котлована. Вот. Погода благоволит, поэтому сезон надо использовать каждый день, когда хорошая погода, чтобы укладываться в сроки. Для монтирования ФБС блоков используем евроцемент марки М500, класс прочности 42,5. Вот. Заводская фасовка во избежание контрафакта. Соответственно, просеивается песок через сетку. Для повышения прочности бетона и избежания его проседания используем пластификатор фирмы Технониколь. Емкость для воды, по-русски говоря, бочку, вот такую веселую нам привез заказчик из-под изопропилового спирта. Но, к счастью, она была пустая. Mm-hmm.